Кстати, мужской флагман Интимиссими в Милане. Посмотрите, как он выглядит. Очень круто, оформленный магазин. Сразу понятно, о чем и для кого. Марина Ринальди, ну не только у нее, в галерее Корсо Витторио Эммануэля полностью прозрачный магазин. Очень хороший обзор, два этажа. Смотрите, с этой стороны тоже покажу вам витрины. Смотрите, какие классные манекены в мотиве. Супер. История. Вот еще один прозрачный магазин Max & Co. Да. Смотрите. Прогуляемся с вами мимо витрин. Там еще флагман Манго в Милане. Витрины, конечно, отличаются от тех, что мы видели в Ницце. Смотрите, какой магазин. Изогнутые панели. Очень круто. Покажу вам Макс Мару. Черно-белая гамма. Модные сапоги со шнуровкой. Сейчас очень популярно. Вот тоже ЧБ. Тоже большой двухэтаж. Как видите, тут очень красивые магазины. В основном все стеклянные. Видно все этажи. Слева Пинетон, справа Макс Мара. Смотрите, как здорово оформлена обувная зона с улицы. Кстати, в магазине Пинетон аромамаркетинг, такой узнаваемый запах. Мне кажется, каждый сезон разный. К сожалению, не могу вам передать через телефон. Верьте на слово. Нигде больше в Пинетонах не видела это. А это флагман Зара. Смотрите, как парень хорошо сочетается с витринами. Да, мы прям зайдем. Это мой любимый магазин здесь. Магазинов Зара. Две истории. Слева черный горчичный и серый в тонах. А справа вместо горчичного малиновый оттенок. Красными акцентами. Сейчас покажу вам. Мне очень понравилось. Парень растянулся на кровати, как будто. Смотрите, стилизовано все рядом с ним. Любимые книги, кроссовки. Ну вот мне еще понравилась идея оформления Балдинини. Смотрите, такие маленькие экраны, кубики. На них можно показать обувь и аксессуары, посадки в движении. Большие экраны всем привычно, да и дорого это. А здесь очень необычно выглядит. Не знаю, видно вам или нет, я все-таки издалека снимаю практически на всех манекенах в этом сезоне ски либо гольфы. Здесь сетка, часто с люрексом и более плотная. Здесь, например, поплотнее с люрексом. Я вышла на площадь Сен-Бабила. Обычно витрины снимаю ночью, потому что в нем бликует, и в отражении видно меня и прохожих. Мне очень хорошо видно саму витрину. Здесь уличные музыканты недалеко играют. Очень классная атмосфера.